ЦМИ волонтеры работают, не покладая рук. Наладили систему выдачи, скорректировали все процессы, чтобы оказать помощь как можно большему количеству людей. Подъезжают фуры на въезд, волонтеры, ребята, наши сотрудники ЦМИ постоянно разносят на сцену, дальше распределяется по точкам. Если видим, что какой-то товар заканчивается, мы сразу им сообщаем. Волонтеры фиксируют, сколько человек в семье и какая потребность в тех или иных вещах. Стараются, чтобы хватило всем. За день только в Центр молодежных инициатив за вещами первой необходимости приходят в среднем несколько тысяч человек. Заботятся и о своих питомцах. Для них угощения в разных видах. Помогает обеспечивать шебекинцев всем необходимым и фонд поколения депутата Андрея Скотча. Благотворительная организация также будет снабжать наших земляков более специализированными вещами. К примеру, медицинским оборудованием. Получаем в таком ручном режиме перечень, список, то, что необходимо. И фактически работаем как с колес. Мы одновременно понимаем, что это некий такой первый этап. Большое внимание будет уделено людям с ограниченными возможностями. Фактически мы закупили огромное количество различного набора медицинского оборудования. Это там и глюкометры, и коляски инвалидные. Конвои гуманитарной помощи от фонда прибывают каждый день и в разные муниципалитеты, где организованы места временного пребывания шебекинцев. Маргарита Аксенова, Вадим Кулинич. Такой день на Мире Белогорья.